Ранее процедуру заслушивания проходил и еще один латвийский политик – Андрис Пеблкс. В 2004 году его назначили еврокомиссаром по вопросам энергетики, а сейчас он пока еще комиссар по развитию. Андрис Пеблкс рассказал нам, как проходило его заслушивание 10 лет назад. Я проходил это дважды, и это довольно сложно, потому что вы не знаете, какие вопросы будут задаваться, но в основном вопросы довольно трудно ответить, потому что разные политические группы хотят как бы застолбить их взгляды на какие-то проблемные вопросы. И таким образом, чтобы пройти это выслушивание в парламенте, не надо быть очень-очень конкретным. То есть надо быть все время не забывать, что вас будут утверждать весь парламент. То есть вы не можете уходить в какую-то только нишу. То есть вы должны быть всегда осторожны, открытыми, но если вы в какой-то ситуации сомневаетесь, лучше не отвечать очень-очень конкретно.